Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Буцефал или Букефал, бычьеголовый, кличка любимого коня Александра Македонского. В возрасте 12 лет по Плутарху он стал единственным человеком, которому покорился своенравный 11-летний конь. Александр взял Буцефала в поход в Азию, но берег любимца в бою и использовал других коней. В битве на реке Граник под ним убило одного из них. Ариан, Курций и Плутарх рассказывают историю, приключившуюся с Буцефалом где-то в прикаспийских местах в Персии. Тамошние варвары Уксии похитили коня. Тогда Александр повелел, чтобы ему немедленно вернули Буцефала, а иначе он истребит весь народ. Любимого коня царя вернули в целости и сохранности, и Александр на радостях даже заплатил выкуп похитителям. Некоторые авторы передают, что Буцефал погиб в битве с индийским царем Фором в 326 году до нашей эры. Однако Ариан пишет об этом по-другому. На том месте, где произошло сражение, и на том, откуда Александр переправился через Гидасп, он основал два города. Один назвал Никей, потому что здесь победил индов, а другой – Буцефалами, в память своего коня Буцефала, павшего здесь не от чьей-либо стрелы, а сломленной зноем и годами. Тогда коню было 30 лет. Много трудов и опасностей разделил Буцефал с Александром. Только Александр мог сесть на него, потому что всех остальных седаков он ставил ни во что. Был он рослый, благородного нрава. Отличительным его признаком была голова, похожая по форме на бычью. От нее, говорят, он и получил свое имя. Другие же рассказывают, что он был вороной масти, но на лбу у него было белое пятно, очень напоминающее голову быка. Буцефал имел отличительную особенность. Ноги коня были снабжены рудиментами пальцев по бокам, от покрытого рогом среднего пальца, который, собственно, и формирует копыт. Основанный Александром и названным им в честь коня город Буцефала существует в наше время под именем Джалапур на территории Пакистана. В нем сохранились и руины античных времен. В Таджикистане существует озеро Искандер-Куль. Имя Александр в персидском произношении звучит как Искандер, названное в честь Александра, в котором по древнему преданию и утонул его любимый конь. Ну вот так о Буцефале, Букефале, любимом коне Александра Македонского. Пока-пока, до свидания.